На сегодняшний день на территории Подмосковья находится 147 детских и 186 взрослых поликлиник. Согласно рейтингам, которые были оглашены на заседании правительства региона, клинские медицинские учреждения являются одними из лучших в области. Поликлиника номер 3 стала 4-й, а детская поликлиника 6-й в своих рейтингах. При оценке поликлиник, по словам министра здравоохранения Московской области Нины Суслоновой, особое внимание уделили оценке общественного мнения, снижение или увеличение жалоб, удовлетворенность приемом врача и количество благодарности от пациентов. Также на заседании обсудили проблему обманутых дольщиков. По словам губернатора области Андрея Воробьева, их количество с 2012 года сократилось на 2/3, но проблема пока не решена окончательно. По Клинскому району постановлением главы от 2011 года признан проблемным объект улицы Менделеева, дом 7. Это 10-этажный, 100-квартирный жилой дом. В 2011 году было постановление о признании его проблемным объектом. В 2012 году было создано ЖСК Менделеева, в задачи которого входило заняться завершением строительства данного дома. В 2013 году возобновлено строительство данного дома за счет средств, которые поступили от дополнительных взносов жилищно-строительного кооператива, так и из различных источников небюджетного финансирования. И основная доля – это продажа квартир, которые принадлежали по инвестиционному контракту Клинскому муниципальному району, то есть доля администрации в данном строительстве. Это 10 квартир, которые выставлены на продажу. Из них сейчас проданы 6 квартир. И на эти деньги ведется завершение строительства. На сегодняшний день освоено порядка 70 миллионов рублей, выполнен каркас здания и кровельные работы. И в ближайшее время планируется закрытие оконных и дверных проемов, то есть, как говорят строители, закрытие теплового контура в зиму. Кроме того, губернатор отметил, что основной стратегической задачей является не только решение проблемы обманутых дольщиков, но и предотвращение появления новых пострадавших. Артем Мельников и Илья Тимофеев. Специально для программы «Мой Клин».